Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, братья и сестры, поздравляю с сегодняшним удивительным, таинственным, раскрывающим Пасху Христову, Вознесением Господним. Всех вас поздравляю с праздником. Сегодня 40-й день после Дня Святой Пасхи. И всегда на 40-й день мы празднуем праздник Вознесения Господня. Буквально вчера мы праздновали отдание Пасхи, то есть простились с Пасхой. И в течение 40 дней, в пасхальную ночь и на вчерашней божественной последней литургии пасхальной, как гремело «Христос воскрес!» Как весь храм дышал атмосферой победы Христа над смертью, над грехом, над пороком. Это праздник надежды. Праздник жизни над смертью. Скажите, есть хоть один человек в этом мире, а кто был свидетелем, что Христос воскрес? А никого. Удивительная тайна. Никого нет. А мы возглашаем, что Христос воскрес. Почему так? Почему в муках, на Колизеях, на крестах, в болезни, в скорби, умирая, а мы возглашаем, что Христос воскрес? Тогда почему на праздник Вознесения, событие, которое мы сегодня празднуем, Христос собрал всех учеников и давал им последнее наставление? Вошли на гору Елеонскую, и, благословляя их, Он начал подниматься. Он начал возноситься в небо. И через море их учитель скрылся в облаках. Странно. Свидетелей пасхальной победы нет, ее воскресения, а Вознесение собрал учеников. Наверное, от того, что он хотел в последний момент своей земной жизни в этом мире преподать последнее наставление в вере. На самом деле Вознесение открывает тайну воскресения, Вознесения Христа открывает тайну Его Вознесения. Простите, заговорился. Праздник Вознесения открывает глубину и тайну содержания Его пасхальной победы, Воскресения Христа. Почему на протяжении всей истории человечества люди стремились познать этот мир? Посмотрите, как развивается медицина, какая техника, в какие высоты мы поднимаемся, заглядываем внутрь, вглубь бесконечного мрака Вселенной. А зачем? Я ни разу не слышал в этом мире ответ на этот вопрос. В глубины океана, в эту Марианскую впадину, что-то ищут. И обратите внимание, вся история этого мира никогда не имела покоя. Все чего-то ищут. Нет удовлетворения. Я думаю, ответ может быть только один. Жажда бессмертия. Никогда человек не согласится и не смирится со смертью. Простая ползет букашка и убегает, она душу свою спасает. Она хочет жить, а человек – вершина творения этого мира. Живым живое. Потому что Господь Бог – творя человека, обрек нас на бессмертие.
Вот почему человек никогда не сможет смириться со смертью. И умирая, сгнивая, в это, казалось бы, нечеловеческие условия, когда от него ничего уже человеческого не осталось, вы знаете, что все хотят? Жить живым, живое. Потому что на протяжении всей истории человечества, почему я все это рассказал, человек голоден по бессмертию, по тому бессмертию, которое он утратил в лице Адама и Евы в Эдемском саду. Бог создал человека бессмертным, а тут смерть. Грех содел. Именно в этот момент человек умирает. Да, мы можем говорить, что и бессмертие, что и Царство Небесное, но я видел единицы, особо духоносных людей, читал великих подвижников, как апостол Павел жаждали встречи через смерть с Богом. Но это же единицы от этого мира. Так что же дало нам праздник Вознесения? А то, что человек никогда в лице апостола не может понять этой тайны воскресения, этой победы Христа. И вот воскресение Христа на самом деле рушит врата ада, врата погибели, врата смерти. Но и это не совсем понятно. Разве может кто-то понять? Можно много об этом говорить. Но в сердце все не так просто. Это сами ученики не понимали. Да, Христос воскрес, они видели Его, слышали, Он к ним являлся, но свидетелей не было, никого в этом мире. Вот поэтому ученики до конца сомневались, как это может быть. Как же, когда царствует смерть, мы воскресаем на протяжении веков, что Христос воскрес. И вот тогда Христос на этом, что Он воскрес, спасение человечества не закончилось. Оно остается непонятым, недосказанным, невысказанным. Вот почему человек всего достигает, ищет во всех областях науки и техники, в мистике. Жажда бессмертия, голод по Царству Небесному. Вот весь секрет. Поэтому Христос берет своих учеников и возводит на гору Елеонскую, чтобы в последний раз преподать их и укрепить их в вере. Открыть великую тайну. Он возносится. А это значит, что жизнь человека, и на словах Христа не оканчивается, а что Он своей плотью, своей жизнью возносится к Богу Отцу, возносится в тот небесное царство, в ту тайну, которую утратил Адам и Ева. На протяжении всей земной жизни Христос говорил о Царстве Небесном, и не указал ни разу пальцем, где это царство, которое до сих пор все ищут. А Христос своим вознесением распахнул те врата Царства Небесного, которые закрыли грех Адама и Евы. Они открыты. И Христос, покидая этот мир,
покидая всех нас, Евангелист Лука пишет последние слова своего Евангелия: «Я с вами во все дни до скончания века». Вот почему ученики, прощаясь со Христом, казалось бы, Учитель их возносится, они это видели. Они возвращались в Иерусалим с великой радостью. Оказывается, Христос не уходил, Он возносился, и Он всегда с каждым человеком. Он приходит в этом мире, Он продолжает окормлять всех нас и ждет на небесах. Тайна запредельная. Так вот, своим воскресением Христос показал, что смерть не властвует и не царствует в этом мире, что есть вознесение, и Он это реально конкретно показал. Вся тайна сегодняшнего праздника, его снижание и мистическое значение праздника вознесения этого события о том, что Христос открыл ту тайну, вознесся в те обители, которые до Него никогда никто не был. Царство Небесное. Реально, конкретно. Но Он не просто вознесся. Митрополит Антоний Суровский такую рассказывает, говорит мысль о том, что Христос не просто вознесся, Он Бога-человек. А это значит, все тираны, которые люди Ему вознесли, все эти кровоточащие, все это смертельно все, вот это вот распни, Он вознес небеса. Мы поем, что Христос, рожденный прежде всех век, и Он возносится прежде всех век, возносится, но Он возносит и все то пороки, все эти слабости, весь ужас, все страдания и тот грех, который мы причиняем с собой лицу Христа. Весь ужас этого мира, эти войны, эта кровь, это ненависть, это ложь, это предательство. Все возносит Христос. И однажды это откроется на страшном суде. Вот почему эта радость страшного суда, встречи с Богом, но и страшный суд, потому что откроются все тайны, весь ужас, весь дно ада, который в сердце человека, и рай, и ад. Христос вознесся. Но возносясь, когда смотрели ученики, явились два ангела. Говорят, вот сей Христос, которого вы видите, возносится. Он вновь таким же образом придет на землю, но придет как Бог, придет как царь, во славе судей своей, когда все воскреснут, когда все восстанут, и Он разделит овец из козлищ всех тех, кто Его распинал, и всех тех, кто за Него умирал, ибо своим Рождеством Он расколол этот мир, расколол каждого человека, кто ты, палач или мученик. Вот поэтому мы в символе веры и поем, мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. Даже самый последний, казалось бы, человек, который с первых губах идет против церкви, против Христа, пачкают патриарха. Вот их громили, взрывали храмы, которые покрыли весь всю Россию кровью. Как распинается православие. Сколько мучеников, подвижников невинных. Но и эти мучители, и эти палачи жаждали жизни.
И, казалось бы, и они приходят на кладбище к своим родителям, потому что живым живое. Трудно объяснить, что их уже нет. Сердце подсказывает, есть жизнь. Только она открывается внутреннему, духовному взору человека. Вот поэтому, заканчивая слово, я хочу сказать. Однажды каждому из нас в какой-то момент жизни, когда закончатся дни нашего земного бытия в этом мире, смерть расколет двух друзей. Тело, взятое из земли, ляжет в землю, а душу, бессмертную душу, Богом созданную, ангел возносит к Богу вознесение. И дай Бог, чтобы вознесение для каждого человека, ибо каждый неповторим и прекрасен, за всех распятый Христос, за воскресших, Господи, пускай все воскреснут, пускай воскреснут все те, кто сейчас льет кровь и распинает младенцев, кого не дождались матери, сестры, кто видел гибель своих детей, кто взрывает храмы, кто не может возжаждать и напитаться невинной кровью людей. Пускай все те, кто сейчас сытым, беснующимся сатанинским очертанием лица там, за океаном, ну и пусть они тоже воскреснут. Но, Господи, Ты сама любовь. Ты умирал за каждого человека, потому что и они прекрасные и светлые, но дьяволом исковерканные. Их сердца кровоточит и от безысходности, от тупости, от духовной слепоты. Они также кричат «распни», также напитаются кровью. Но, Господи, пускай наши страдания, пускай наши муки, пускай наши слезы, пускай весь ужас, в который мы погружаемся, пусть будет для них не судом, а спасением, Господи. Ибо нет греха, превышающего милосердие Божие. И даже на Пасху мы поем, воскресением Твоим, Господи, всех обидим, кто нас распинает, кто нас гонит, кто питается частицей нашей жизни, Господи. Ты судья, Твое слово, Ты хозяин этой жизни, да будет воля Твоя. Аминь. Вчера взорвали протодиакона на Украине, я знал его. Вчера попросили, мне письма присылают. Мать, сын захотел, военный человек, на мине подорвался, оторвали ноги. И придя в себя, он говорит, мама, я жить не хочу. Когда нашего пленного отрезали части ног, руки скальпировали. Когда он привезли его домой, он сумел повеситься. Вот я, говорит, не хочу так жить. И спрашивает она, скажите, его можно отпевать? Или он умер еще до того, как он повесился? Он уже распрощался. Но я глубоко верю, выше любви Божией никого нет.
Скажите, кто ответит, а за что это? Вот я 33 года прожил в Мариуполе, в Жданове. Там похоронил маму, отчим. И 33 года живу в Ленинграде. Меня можно разделить? Я не хотел об этом говорить. И то, что я вставляю в молитву, мне сказали, не надо этого делать. Но я все равно вставил. О России, о Беларуси, Украине. Я не политик, я священник, а я человек. И каждого человека жалко. Жизнь такая короткая, такая слабая, такая хрупкая, такая маленькая. Вот все, кто стоит в храме, скажите, вы нажились? Вот это же какая жизнь. Какая прекрасная, какая она удивительная. Зачем же один забирает ее у другого? И до беседы с владыком Антоний Суровским, он сказал это так. Вот у меня такое чувство, что до сих пор все Каины хотят убить всех Авелей. Я прошу, Господи, останови это. Твое слово. Ты велик, ты могуч. Ты мир творил. Дай разум безумным. Дай всем этим бесноватым покой душе. Пускай матери дождутся своих сыновей, жен и мужей. Пускай дарите разум своими детьми. Можно сделать границы, но сердце человека не разрезать. Это называется грех. Ну и пусть они будут пред Тобой, Господи. Спасибо большое. Простите меня. Я всех поздравляю с праздником Вознесения.